Программа капитального ремонта многоквартирных домов проходит не только в городе, но и в области. В поселке Цемзавод Сенгилеевского района меняет кровлю на доме номер 7 по улице Горького. Работы продолжаются третью неделю. Местные жители ждут нормальной крыши с нетерпением. Впрочем, после кровли хорошо бы заняться и остальными проблемными моментами. У нас есть что ремонтировать. Фасад надо вот делать. У нас надо в этом подвале тоже там делать. Свет привести в подвале у нас там тоже нету. Вот, все надо делать. Во время приезда нашей съемочной группы на месте присутствовали общественные контролеры. Члены общественной палаты консультировали местных жителей и давали рекомендации подрядчикам. Также проследили и за качеством. Мы в этом случае все фиксируем, фотофиксацию делаем, видеофиксацию, обращение от жителей сразу оформляем. После чего мы направляем свое, скажем так, мнение аргументированное в фонд модернизации жилищно-коммунального хозяйства. И фонд, естественно, должен принять решение об устранении этих недостатков в рамках гарантийных обязательств. В 2019 году в Сенгилеевском районе планируется выполнить капремонт в 15 многоквартирных домах, расположенных в городе Сенгилее, поселках Красный Гуляй, Цемзавод и Силикатный. В настоящее время работа выполняется на 4 объектах. Виктория Чиркова, Юрий Ломатов, новости Улправды ТВ.